Алло, пацаны. Не знаю, как меня будет слышно. Ну, по идее, слышно должно быть нормально, потому что свою панасониковскую камеру мыльницу, которой я привык держать и фрапсить, с рук очень удобная. Но это, в принципе, так же. Вот, правда, она, блядь, широкоформатная, так сказать. Sony A6300. Так вот, мы сейчас хуярим за манекеном. Вот, тренажером, чтобы я его хуярил в отместку, потому что я сколько вещей своих разъебал на такие деньги огромные, что можно было бы давным-давно и переехать вообще в любую страну мира, блять, хотя бы на недельку. Да, хотя бы на недельку. Кстати, за один раги минус камера, минус наушник, амбрашюра отлетела, и также что-то еще я разъебал. Что еще разъебал тогда? Ты ж пересматривал раги. Я-то, блядь, в состоянии аффекта это все делаю. Ты что-то камеру грыз. Вот, минус камера. И шкаф. А, шкаф, ну да. Ну, блядь, эта дверь, если что, на пацаны на стриме, она кажется, что, типа, нормальная, да? Но когда ты ее открываешь, вот эта сторона двери просто падает, она нихуя не зафиксирована. Видел, видел. Что сказал? Типа, ебанько. Все, пацаны, идем в спортмастер. Так и как, кстати, всем топ-донатерам и всем обычным донатерам, но особенно вот именно на тренажерчик накинул мне этот самый рыжик. 30 плюс тысяч, прикинь, мазош, за один стримчанский, чувакский, накинул. Ага. Но он нихуя не рыжий, я посмотрел, зашел, блядь, в его контакт. Он брюнет, по-моему, или, да, что-то такое. Вот. И такие дела, значит, пацаны. Так что никнеймы. Кто-то вообще почитал, что это я сам себе скинул. Ты представь, мазош. Да. И называй еще так уменьшительно ласкательным, да? Рыжик. Вот, пацаны. Значит, рыжик у ТХК огромнейшая. Потом Дмитрий Кверский виды скридывал, сквертил, да, донатом. Также Вован, тоже Вован, да, вот. Может, кого-то позабыл, потому что, на самом деле, там по 25, у меня же минимальный донат уже 20-ка, блядь. Я как бы, блядь, особо-то и видосы сейчас не делаю. Это, вы думаете, топ-геймер скатился, я просто не набираю популярность, она мне пока не нужна. Ну вот, скоро на завод придется идти, вот, если... Нормальный контент не буду делать, да? Как принято сейчас думать. Нормальный контент, блядь. Нормальный контент, он у всех по-разному звучит, блядь. Вот это вот, в принципе, для меня нормальный контент может быть, да? Сейчас, это, как ты думаешь, качественный контент у топ-геймера сейчас? А? Я, правда, не знаю, что там с графонием будет. Потому что это фотоаппарат у меня, если что, Sony A6300. И настроек здесь, мать его, дохренище. Вон там стол, какие-то стульчик, блядь, точка нет. Порно рассказы. Так, пацаны, уже все, подходим к спиртмейстеру, грандмейстеру. Надеюсь, там никто не будет выебываться из персонала, потому что я хочу все зафрапсить. Могут же. Вот спортмастер. Вот спортмастер. Ну, он манекенчики можно взять и вот, постучать. Я бы, кстати, блядь, пацаны мне еще предлагали на пизду резиновую намутить денег. Но, блядь, пацаны, у меня как бы вагина есть, что касаемо пизды, я бы, блядь, с радостью силиконовую, полностью силиконовую, Red Doll такие есть, реальные куклы. Там даже можно прислать свой ебальник. Ну, не свой ебало, который ты хочешь видеть, чтобы кукла была. Вот. И создадут. Но это, опять же, там десятки тысяч долларов, пацаны. А то евро, там в евриках. Вот такая вот хуйня. Так что, пацаны, сейчас заходим в спиртмейстер. Никогда не думал. Если бы не донаты, я бы даже близко не заходил сюда. Мазоша говорил, ты сколько раз был в спиртмейстере? Много раз. Много. О, вот такой вот, блядь. О, видишь? А вот и пацаны уже
Мы его нашли, даже искать не пришлось. Ну, на первом этаже это, блядь. Так, пойдем, блядь. Тут просто облава полная, никак не пройти. Узенько слишком, словно спортивная писечка. Никому не надо. Так. Нет, тот давай. Ну, тот 26, я вот его на сайте видел, короче, он печеный 26 стоит. А ты сколько уже? Это 24-25. Вот это? Ну, я вот этот, вот этот. Но... Тут можно и лоу-кики вот эти отрабатывать, не так ли? И смотри, можно вот так вот хуярить все, давай берем. Давай берем. Пацаны, что самое удивительное, без перчаток даже. Нам бы вот этот вот огромный, да. Насяру. Сколько ему? 26-29. Угу, угу. По карте. Ну, коробку, кстати, еще от него валяется. Ну, да, коробку. Ну, коробку надо бы, да. Конечно. А машина какая у вас? Машина, мы вручную. А что? Он 20 кг весит где-то, да? Я на сайте посмотрю. Ну, утащим, утащим. Главное, коробочку бы. Давайте. О, давай еще, может, что посмотрим. Ну, перчатки, я думаю, мазок себе не брать. Не так ли? Мне, я без перчаток смогу пиздить его. Он довольно-таки приятный на ощупь, печеный. Я думал, он будет жестокий. А, вот такие, да, это пневмо. Их надо... Вот примерно такой же материал у моей этой самой вагины, тоже присоска такая. Но, правда, эта присоска вообще не работала. Вон эти самые кроссовки, давай посмотрим. Ну, знаешь, мне, в принципе, нравятся такие, футуристичные кроссовки меня прут. Правда, я бы не брал ни в коем случае со светящейся, понял, подсветкой подошвой. Знаешь, такие детские. Обычно это для афроамериканцев, кстати, создано. Они ж любят танцевать. Ну, он 3-400, Дэймикс. Он на масс такие. Дэймиксы? Да, он на масс такие. Если я не ошибаюсь. Между прочим, вот это вот не валяшу-няшу, значит, тоже производитель Дэмих. Демикс. Тут здесь все есть, по-моему. Любые эти самые. Ники, Адидасы. Что там у нас еще есть из спортивной обуви? Рибаки, блядь, ну, вот. Тому подобное. Ладно, пацаны, ждем, пока там отоваривают. Вот, все. Так, ну что ж, пацаны, все, вот в этой вот самой бадье находится не Реал Дол, а пиздюк, фидер, дотер, уебок, гондон, уашник. Да, что-то загробное в будущем несколько. Буду хуярить так, чтобы мать, блядь, охуеет моя тоже, кстати, не помню тебя. Вот, значит, сейчас будем добираться как-то до моего места обитания. Вот. До моей резиденции, так сказать. Вот. В будний день, в пятницу, блядь. Нам надо успеть до вечерка. Но еще пока светло. Часа 4, да, мазош? Ну каково, блядь, по ногам похуярило. Вот неудобные ручки, однако. Ручки, то есть, тут стабильные, блядь. Баринские, так сказать. Вот. Ну ладно, пацаны, сейчас еще я с вами свяжусь, блядь. Мазок, ты хочешь в Макдональдс, что ли? Нет, вот, блядь, я заметил, маленьким пёздам нравится, когда матерятся. А? Да. Да. Это, по-моему, пацаны, мания какая-то. Что? Чего они вдогонку? Сам такой. Сам такой? Пёздам? Я хуйчик, а не пёздик. Бля, у меня уже спина немного, блядь, подзаболела, ёпта. Надо передохнуть. На маршрутку нас не пустят, скорее всего, пацаны. А? На маршрутку нас не пустят. Подожди, стой. Сонь, да лучше не ставь. Так, ну что ж, пацаны, фирменная коробочка с ебасосом боевика, блядь, которую я буду пиздить. Грузмен. Грузинская фирма делает эту. Да, поделку. Конечно. Я тебе говорю, грузмены. Вот, значит, историю, пацаны, еще потравлю вам кое-какую. Когда мы на днях с Мазошей ночью пересеклись, я взял джиггернаута. Взял джиггернаута, значит, под напить.
Помнишь, как тебе джиггернаут мазош? Не-не-не. Хуйня? Тут та херня, не что слепить, фурионы делают на травах все. Вот. И, значит, это дермище мы употребили ночью. Ну, мазоши выпил больше всего. Значит, что за хуйня дальше? Потом мы разошлись по домам, и у Падика, значит, я решил пойти, естественно, домой. Подышал свежим воздухом и открываю дверь Падика. Смотрю, там убирается бабка. Но. Убирается баба в 3 часа ночи. 3-4. Ну ты и нахуярил. Нет, я говорю, стойте здесь, а я пьянющим говном был. Я говорю, стойте здесь, я вам сейчас 5000 дам. А я просто в свое время там нагадил как следует на первом этаже, блядь. А у меня пакеты порвались эти дешевые. Вот, и там пиво, бля, ваше разлилось, выпало. Я, конечно, немного постаскал, но самый смак как раз-таки я оставил. Я решил отдать ей Адену. Знаешь, она на меня как посмотрела, типа, мне ничего от вас не нужно. Ну, ладно. У нее зарплата 4, ты ей дал 5. Я ей бы дал 5. Так, слушай дальше. Я ей хотел дать 5. Я, значит, звоню мазухе, говорю, Сбербанк, это, давай номер такси. Он мне такси дает, значит, вызываю такси и вижу, как эта баба уходит. Она просто, ну, доубиралась и ушла. Я, значит, ей говорю, куда вам надо? Она такая, вот, мне к штабику, значит. А штабик это недалеко от моей резиденции, и мне как раз по пути было в Сбербанк. Вот, говорю, давайте я на такси вас подкину. То есть со всей добротой душевной к человеку. Она такая, не-не-не-не-не, и шаг прибавила и ушла. Через 2 дня мне стало в подъезде плохо, на первом этаже я обосрался. Я обосрал там. Вот вчера, бля. Почему? У меня так голова болела, бля. Я думал, если я не посру, нахуй, то все. Ну, то есть, и не 5000, и не быстрые дороги к дому. Ну, вот такие вот дела. Я не виноват. Я, честно, это все по душе добротевный. Ладно, ждем электричку. Вот, а есть. Ну что, пацаны, уехала наша электричечка. А знаете почему? Потому что мы бы явно там не расположили эту бич-коробку, холодильник мой. Вон было место, блядь. Было там место? Вот место было. Было место. А и нам сбоку. Это, понимаешь, вот эти вот экспресс, смотри, чем они хуже. А это нам не в угоду, по факту. Если бы была говнянная электричка без дополнительных сидушек, в этом короче, вся хуйня. Все, а нам как раз таки у двери пришлось бы поставить, а там людей знаете сколько вышло, короче, блядь? Такси, ё. Нет. Не, на такси пизду, 650 рублей, блядь. А что ты предлагаешь, куда я, блядь, что стоит 40 минут? На автобусе, блядь, поедем. В каком автобусе? Я еще раз говорю. Блядь, 103-й. Да не увлезет он даже 103-й. А влезет, там двери-то какие. А другие как сидеть будут? Другие? А ты думаешь, что там битком набито все будет? Конечно. Явно последние места, 4 места будет свободно. Или сколько там, 5, блядь. Ну, видите, пацаны, спортмастер в трапезде в какой-то базируется. Сейчас будем это... Пешком, может? Пешком. По рельсам, блядь. Как это хуйня называется? Тарантея, это... Трясина, блядь. На трясине заебаться. Фу, пацаны, пропустили нас контролеры без этого, без дополнительных затрат. Ну, хоть мы путевку-то не использовали на электричке. Вот, обратно закомбечились, на таксище поедем от Удинчова до меня. Я, значит, вчера 1300 где-то приебал на такси, да. 1300 только на такси, потому что вчера я ездил в медклинику частную, значит, сдавал флюорографию, да, флюшку сдавал и УЗИ, брюшной и почек. Значит, что касаемо УЗИ, пацаны, я еще анализы с собой не взял, но, как я вас приучил, верить мне на слово. Реактивный панкреатит у меня, значит. Вот, как мед сказала, это хуйня, но если бы был просто панкреатит, а тут реактивный, как Су-24, там, 38. Что? Ого, не-не-не-не, 1200, пизду, бля. Не, 1200 я точно не поеду, за 1200 рублей. Это получается, в день я трачу на такси, блять, я не буду тратить на такси 1200. Не уедешь, ты, ну тогда на 103-м, блядь. А, блядь, там узенькие. Какой 103-й, ты вообще не влезешь в него.
О, на 31-го, блядь, это Парк Победы. Можно от 1-го до Парка Победы, а с Парка Победы на 442-м. Чё, блядь, больной? Ты знаешь, сколько сейчас народу едет, ау? Так, ёпта, там машинное отделение есть. Вот это хуетень, машинное отделение, заебень. Не влезет, ёпта. Не, ну 1200 я, слушай, не готов, блядь, отдавать. 1000, давай 1000. Блядь, да ты смеешься, ты косарь! Он мне вообще сказал 2, ёпта, ау, блядь. Вот за эту хуйню? Да, он говорит, что? За эту хуйню? У него машина сейчас в говне вся будет, ау, блядь. Да ничего, блядь. В говне. У них работа, блядь, по себе, сама по себе чисто. Давай вызовем такси, у тебя интернет есть, выход да есть. Да, он скажет, что это за хуйня? Нет, а мы скажем большую. Ты думаешь, в Одинцово, блядь, нет грузовичковых всяких? Да, есть, бля, есть. Ну, не знаю. Давай большую вызывай там, ищи. Потому что тысяча это... Сколько максимум будешь? Ну, 800. 800. Ну, а там и до 1000 недалеко. Нет, не войдет на 5. Даже не войдет? На... Ну, послушай, найди, у тебя же интернет есть. Зачем ты айфон купил? Грузовичком? Да, какой-нибудь такое. Вот здесь даже не входит. А с открытым капотом тоже такое ездит, блядь. Вот, багажник, точнее. Ну что, блядь, сзади, блядь, в это поедем, что ли? Ну, ебаш, как-нибудь тебе скажешь, коробка, блядь, 2 метра. Чтобы коробку двухметровую, блядь, погрузить. Все, пацаны, у меня зарядки очень мало. Реактивный панкреатит, привет. А что касаемо флюорографии, мне вообще не понравилось, как они мне стали ее делать, потому что, знаете ли, за бесплатную, когда флюшку я проводил, мне хотя бы, блядь, подбородник ставили на мой рост в частной клинике. Вот, подбородник. Вот, то есть мой подбород, а механически вот здесь. То есть я даже вот, при всей своей возможности и величии не смог бы засунуть свой подбород в подбородник, блядь, флюорографический. Вот. Также она мне не сказала, типа, вдох, глубокий вдох, и не дышать, выдох и там тому подобное. И также прижать плечи к щитку вот этому флюорографионному. То есть, блядь, вообще безалаберство полнейшее. Как, блядь, ты, как так можно работать, блядь? Ну, может быть, это типа не влияет? Если не влияет, то ладно. Но меня приучили глубокий вдох и не дышать, пока сам врач не скажет этот диагностик, блядь. Дышите спокойно. Ох, пацаны! Йоу! Может, до Звездного дойдет? Значит, можно до него? Минус 1000 рублей на такси, блядь! А ты грузовое такси знаешь, сколько запросило? За груза 5 штук, блядь! 4999, как в магазине, блядь! Вот! Мы, значит, коробку полностью утилизировали, я отдал фенам. Они, кстати, такие: о, вы жили, что там в коробке? Я говорю: вот, блядь! Тренажерчик для топ-гаммера, чтобы поменьше не разъебывать свои вещи. И заебись. Смотри, там на спине у него железные хуйни еще такие. Надевай давай, теперь ты будешь манекеном Жоры в жопе. Вот, и в разобранном состоянии погрузили в машину, но чувак сказал 1000 рублей. Ну, блядь. Ой, пиздец. Минус 1000, да. Вот, а вы говорите, вы жили, куда ты бабки тратишь, пацаны? Знаете, некие задроты сидят дома, бля. А топ-геймер, о, бля, делает дела, сука, неудобно. О, видите, вот эту бадью, бля, тащу. Амазонка туловища расчлененная. Ух. Все, зарядки по минимуму. Давайте, пацаны. Увидимся, когда я все установлю, подзаряжу. О, пацаны. Вызвали такси, блядь, таксист ебаный, блядь, оказался прорабом ебаным. Значит, такой 100 рублей. Значит, у меня такси стоит по городу, хотя не, по городу у меня 80. А я даю им обычно по сотке, блядь, типа без дачи. Вот, отныне, блядь, зуб вам даю, ебать, свои ставные, металлокерамические. Хуй вы у меня увидите 100 рублей, блядь, будете по 80 получать, потому что, как вы можете увидеть, топ-геймер профсоюз таксистов поддерживал нормально, да. А они даже не соизволили, блядь, выйти и помочь, то есть, понимаете, и только пиздел. Бу, блядь, сейчас это поцарапаете, чё тут можно, чем можно поцарапать, ты, блядь, хач ёбаный. Ты, да ёбаный, блядь, если у тебя там это самое, блядь, в сирийской провинции, блядь, режут, а у нас тут не режут, у нас тут манекены, блядь, нормальные.
Потому что мать Андрюся, блядь, идиот. Просто идиоты, блядь, не так ли? Ну вот. Сидит просто, блядь, за рулем и пиздит. Ну вот. Тот хотя бы за 1000 рублей от Одинцова до моей крепости помог, блядь. Вот. Ну там 1000 рублей. Все, идем. Пешком, блядь, пешком. Слышь, ты длинный, в прессу ебать. Я не понял, а? Сейчас твои тоненькие худенькие щечки будут еще худее, потому что их не станет пачаны. И вот элементарная проблема людей, когда они, значит, по гололеду идут, особенно у меня так часто, смотрите. Я когда падаю, могу разбить себе ногу, руку повредить. И пыл я в состоянии проявить на том, кого могу увидеть первым. То есть, понимаете, ну, хотя бы упрекнуть. Хуй ты там смотришь, типа того. Ну, вот, вот этот вот пидор, свидетель того, но он мне не помог в натуре. Он мне не помог подняться. Понимаете, я ебнулся, а он мне не помог подняться. В этом вся соль. Смотрите, я иду, вот в данный момент, в ноябре 20-го. Числа. Иду, подскальзываюсь. Говорю ему: хуль ты смотришь, блядь, долбоёб, помоги мне встать, я не понимаю. Ты кого долбоёбом тут назвал? Хуль я тебя должен поднимать? Мы же люди все. Мы, сука, блядь, мы все смертные. Я, блядь. А чем длиннее, тем нужно по талии бить. Сука, подбородок. Ни хера себе. Это так нельзя. Как нельзя. Сломано, блядь. Я длинных бью тут. Не помогают встать мне, блядь. Я подскальзываюсь. И чё? Чё? Если бы ты увидела человека, что он упал, ты бы помогла ему встать? И чё ты, а? А чё? А он мне не помог. Ой, ты... И поэтому я теперь его превратил в карлика, бля. Ой, слушай, ты... Вот, пацаны. Теперь, значит, давайте попиздим. Ну, бля, его приятно бить, но вон, видите, что получилось. Вот это да. Блядь. Странно. Не, причем не больно, знаете ли. Вот, но я немного пропотел, блядь. Могу как Брюс Ли потом ебать. Вот, от таблетки аспирина откинуться. Не дай боже, я таблетки как бы, блядь, только для поджелудочной еще охуярю. Фу, блядь. Так вот, у меня он скачет в разные стороны, только лишь потому, что фундамент без наполнителя. Ну, не полностью. Значит, 20 килограмм может. Залито песка, и то мне мать заливала, я что-то тогда был не в настроении. Вот. Или даже не в сознании. Еще несколько десятков килограмм тут у нас есть. Вот. А отвинчивается у меня уже отвинчено. 230 кг вмещается туда песка. Но 230 кг мне сейчас нигде не достать, потому что чувак, который мне обещал, как обычно, там миллион проблем песочных. Вот, песочный... Главного ёбка песочными фидерами заливаю. Букашками. Вот. Так, давайте рассмотрим. Вон у него на серо немного, блядь, побился. Но нос боевой, блядь. Как у Кличко. А также можно, ну, соски лицезреть. Твёрдый, между прочим, да. Пресс. Он, как у Черепашки-ниндзя. Или у Бэтмена тоже выделяется так. Ну, а тут бляха Бэтмен, суперменовская. И со спины... Грузь написано. Виктор Грузь. Или какие там грузди есть на телевидении. Внимание, использовать по назначению. Не знаю, как можно не по назначению использовать грузьмена. И я заметил, пацаны, что чем больше я его хуярю, вот, чем сильнее также, эта сила тоже влияет,
соответственно, у него проявляются, знаете, венозные вены на этот самый, на лбу. Вот. Здесь потом, вот тут также, вот тут, нервничает парень. Ну, я теперь его в Карлито превратил, в общем, Шапито. Без рук, как вы видите, то есть культи обычные. Сдачи он сдать нам не сможет. Он как бюст. Он, если не полностью захватывает, похож на бюст Адольфа Лунгера. Лунгера вот в профиле особенно. Да, нормально, нормально. Вот, такие дела, пацаны. Запыхался, да. Я, между прочим, во-первых, перестал курить. Это факт. Это все. 100%. В бассейн буду ходить. И также видосики с бассейном поделаю там. Поплаваю, блядь, в лягушатнике там искупаюсь. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. И рубаха такая кельтовская, словно в Дублине находимся на празднике каком-нибудь там этих самых трубочистов. Ладно, пацаны, о, здесь немного грязно, видите. Ну, это... Скорее всего, в машине, блядь, испоганилось. Потому что машины, на самом деле, грязные. А вот ребра, слушайте, а ребра, да, эффектно выглядят. То есть, они повторяют контуры. Ну, блядь, хоть и я таких ребер ни у кого не видел, да я вообще полуголых мужчин не видел. Да, блядь. Здесь причем выпуклей, а тут не впуклей. Тут точнее впуклей. Ладно, пацаны, все. Албек Визмощадка. Будет он у меня стоять на стриме. И вместо разъебывания мышек, у меня мышек на 1050 разъебанных. Угу. Теперь будет страдать он. Албек. Сейчас ноги ему как... У меня ноги не покраснели? Блять. Нет. В какашках каких-то. Опа. Блять.